Как только у нас в доме появляется аквариум, следующий возникает вопрос о том, как и чем кормить рыб. В природных условиях кормом рыбам служит все великое разнообразие планктонных организмов. Дафний, циклопов, личинок насекомых, мелких червей, водорослей, но перечислять долго. Некоторые рыбы имеют так называемое специализированное питание, они очень разборчивы. А кормом могут служить, например, мелкие улитки. Обо всем этом можно подробно прочитать в моих книгах. В домашних же условиях можно приготовить высококачественный корм из продуктов, которые есть на каждой кухне. Это прежде всего рыбный омлет. Вот здесь представлены основные продукты, из которых будет готовиться рыбий омлет. Это прежде всего молоко, молоко не жирное, яички, морковка, источник каротиноидов и масло, на котором этот омлет будет жариться. Далее готовим основу омлета. Берем 3 четверти стакана молока. Выливаем его. На 3 четверти стакана разбиваем одно яичко. Все хорошенько перемешиваем. И таким образом у нас основа для приготовления омлета уже готово. Ну, можно применять какие-то устройства, блендеры для этого. Но я обычно использую обычные такие вот вилки, ножи и так далее. Следующим этапом на мелкой терке необходимо натереть примерно половину морковки. Чем меньше, тем лучше. Можно измельчить какими-то механическими средствами, но это не обязательно. Эту морковку мы потом будем сушить на сковороде для того, чтобы обеспечить будущий корм необходимым количеством витамина А. Он, как известно, жирорастворимый. Ну вот такого количества натертой морковки вполне достаточно для приготовления омлета. Дальше идем на кухню и начинаем жарить. На самое донышко сковородки наливаем немного масла. Так, мы его распределяем равномерно, более-менее. И выкладываем нашу морковку. Ну, конечно, хорошо размешать, чтобы масло по возможности, так сказать, перемешалось с морковью. Раскладываем все тонким слоем. А дальше тушим эту морковь на слабом огне. Распределяем морковку по дну равномерно и допускать, чтобы сильно шкварчало, не надо, надо потушить на слабеньком огонечке. Накроем крышкой и подождем минут 5-10. Думаю, больше не надо. В процессе приготовления крышку надо время от времени приоткрывать и морковку слегка помешивать. Я использую обычно для этого такую пластмассовую лопаточку, но можно и обычным ножом. Ну вот наш омлет, первый этап. Морковь немножко размякла. И теперь начнем, сделаем очень важное движение. Добавим туда подготовленную смесь молока с яйцом. Сейчас я немножко ее перемешаю. И помешиваю. Выливаю на сковородку. Главное при этом, чтобы ничего у нас не кипело.
То есть температура не должна быть слишком высокой. Измерить ее нет необходимости, потому что вся процедура достаточно быстрая. Наше масло стало оранжевым от того, что в нем растворился каротиноид и смак моркови. И вот теперь необходимо все немножко помешивать. До тех пор, когда омлет не станет таким вот обычным готовым, как мы привыкли его.